Несмотря на ужасный домик, в котором мы переночевали в прошлые выходные, нам с мужем понравилось быть на речке, поэтому мы решили поехать еще раз на речку, но решили в другой бизнес заехать. Мы остановились вот в таких домиках, они называются A-frame, по-моему. Они одноэтажные, и крыша у них доходит, ну, почти до пола. Вот их 4 домика тут. Вот наш домик такой же. Видите, я дошла просто, кондиционер очень шумит, чтобы слышно было меня, а не кондиционер. Я решила показать другие домики в первую очередь. Вот, в этих домиках есть стол на улице, гриль, а все остальное внутри. В принципе, очень мало чего. Вот, но, посмотрите, вот речка, красивая речка, совсем рядом. И дойти до нее буквально минут 5 можно, до пляжа, на котором сегодня вот были мы и еще 2 семьи было. И все. Очень хорошо было. Так что давайте смотреть наш новый домик. Этот намного меньше домик. Вот кухня. Вот это вся кухня. Значит, есть холодильник, микроволновка, кофеварка, раковина. Ну и наши вещи уже разложены. Да? А, вот плита еще есть. Но мы сегодня ничего не готовим плитой. С плитой. Вот. А весь домик совсем маленький. Кстати, мы в этот раз приехали с детьми. Вот они там играются. А вот наша гостиная, в которой мы будем в следующие 3 или 4 дня отдыхать. Вот наша гостиная комната. Как вы видите, совсем маленькая. Вот этот стол. Ну, правда, мы уже его завалили. Но тут стол есть, стулья есть. Диванчик, который раскладывается еще в одну кроватку. Мы принесли с собой надувной матрас, на котором будет муж спать. У него со спиной проблемы, поэтому ему надо спать удобно. Один из наших детей будет здесь спать. Да? Вот, значит, это вся ливень-рум. Вот тебе ливень-рум, это гостиная. Кухня, гостиная, спальня. Окно с хорошим видом, кстати, на речку. А тут... Куда ты лезешь? Ну, Алекс. Алекс, ну хай. Вот, а вот тут буду спать я, получается. Мы уже как бы разделили все. Значит, маленький ему будет спать с папой, вот тут на большой кровати. Тут будет спать моя старшая дочка. А тут буду спать я. Вот, у меня окно, и получается личная комната. Ну, правда, конечно, вот, посмотрите, вот вся комната, вот. А. Вся комната. По сравнению с тем домиком, который мы арендовали в прошлые выходные, в этом домике намного чище, что уже приятно. И домик, конечно, тут жутко нуждался в ремонте. Этот, ну, не могу сказать, что не нуждается в ремонте, но, тем не менее, намного чище. Нигде нету проваливающихся плиток. Вот, нормальный пол в ванной комнате. Нормальный душ. Нигде ничего не написано интересное. Ну, очень простенько. Вот это, кстати, греть воду. Такая цистерна тут стоит. Очень простенько. Туалет, раковина. А тут, ой, еще повернуться бы. Маленький душ. Вот. Вот такая хибара. Такой домик маленький стоит $82 за сутки. Вот. И мы арендовали это на 3 дня, чтобы отдыхать около речки. Say kukuruza. Kukuruza. That's corn in Russian. Kukuruza. 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 Okay, I think that's good, Alex. That's good. That's good, buddy. That's good, guys. I don't think I can put the last one. I'll bring this one in. I'll open the door for you guys. Well, never mind. You can do it yourself. But I am.
Are you okay? Yeah. Курочку мы ее отмариновали пораньше. Already double bagged it. Ziploc. Я ее в 4 мешка упаковала, чтобы она никуда не проливалась. Вот, она у нас в маринаде. И сейчас ее муж будет на гриль класть. Как только откроет. I'm sorry. Он говорит, ну что ж такое, 4 мешка. А я думаю, ну что за зря. Прольется потом, будет трудно чистить кур. Эй, Уэс, скажи курица. Курица. Угу. That's chicken. Курица. Курица. You sound like курица. That's a different word. Курица. Okay, fine, don't say it. Well, how about I get my chicken done right so you enjoy it better? Well, that's a good plan too. Okay, my hands got chicken on them. Чего еще надо? Курочка, кукуруза, на природе. Дети искупались, довольные. Завтра мы пойдем кататься на лодке.